Сейчас я вам покажу, что нам предоставляют американцы. Вот это сам. Мы выбираем второй номер, мы выбираем True Preference, то, что вам пригодится в полете. Ну что-то мы, конечно, берем и в России. А что тут представляет американцы? Какая страна? Посмотрим, что здесь есть. Вот тут мешок. Мешбэк, так называем. Очень удобный, с карабинчиком. Сюда можно что-нибудь складывать. Сразу повесим и куда-нибудь. Так, вот и улетел. Так, что еще есть? А, еще один мешок есть. И сюда будем как раз складывать, потому что все, что у нас дальше пойдем. Так, это мы сюда прицепим. Все, на резиночку, чтобы не улетело. Так, может, пойти же клавишечку. Резиночку. Так, что тут еще есть? А, вот планшет такой есть. Набедренный планшет. Что-нибудь записывать. Надо бы, в принципе, но обычно с такими планшетами мы запускаемся или стартуем, записываем все моменты полета. И хорошая штука. Да, записная книжечка. Для всяких мыслей. Вот начинаешь ее писать, а потом играться. Такая симпатичная штука. Подлишок ее. Вот. Так, дальше так у нас есть. А, еще одна книжечка. Чего так книжка? Даже ее отправить. А, еще один планшет. А, ну это планшет такой, да. Без литочки бумаги. На самом деле, что мы делаем? Вот так вот переворачиваем. Вот так его крепим. А сюда, на марсовочку, крепим планшеты. Боевые планшеты, в которых другая сторона марсоболнии, и на ним мы уже работаем при старте и при посадке. Это удобная вещь. Это как правильно все пришел. Ну и дальше выбирать. Так, что тут у нас? А, еще две сумочки. Итак, посмотрим, что там в сумке. Так, внешний карман открываем. Ничего нет. Да ладно. Смотрим, что во втором кармане. А, ну это на пояс, наверное. Так можно носить. В космосе я должен заразиться. Так, что тут есть? Ага. Фонарик. Налобный. Налобный фонарик. Ой, вещь полезная. Ну, крылья был на складе. Так, что мы еще? А, часы. 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 Нож. Значит, я бы посмотрел, что там за нож. Нож. Написано, что лазерман. Посмотрим. Ага, точно. Вот хороший инструмент, очень полезный. Один из самых полезных в космосе. Вот тут моя ворсовочка есть. И где-то вас можно отсюда убрать. И отсюда можно прилепиться. Полезная вещь. Ну, это на пояс повесим. Так, это вещь полезная. Держим мешок. Посмотрим, что там еще. А, ножницы. Ну, ножницы всегда пригождаются. Ножницы. Фломастеры. Будем сразу раскладывать, потому что носить не будет, к стенке прилепим. Так, фломастеры. Что здесь? Метки ставить. Очень полезная вещь. Вот там. Так, о, шлёвочки. Тут есть какой-то... А, вот здесь фломастер разных цветов. Вот. Ой. Да, на них надо будет ворсовочек наклеить, чтобы он его держал.
Такая вот сумка. Вот. Это ручка, ручка космической. На ней написано Space. Теперь с... Мирок. И фонарь. Фонарь мы можем вставляем. Возьмем. Так вот сюда. Улетел. Сюда вставляем. Это надо сначала убрать. Сюда. 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 Тоже много. Это вставляем. Даже заработаем. А, ну блин, ты качок ходить. Чтобы она туда одевалась, то уже там качок. Ну, пользуем. Кстати, там есть парики? Есть. Парик есть. Чего понадобится? Отлично. Такая вот шапка.